Всем привет, друзья! С вами Витёк, и сегодня Killshot Bravo на студии. Это мобильная игра про снайпер, просто офигительная. Все, кто играл в Снайпер Элит и прочее, все фанаты снайперских винтовок, всем посвящается. Ну что же, нам предлагают выбрать персонажа, так, и имя, да? Давай поменяем. Оу, так, что мы ведем? Витёк! Да господи, Витёк Геймс и все, и... Эй, а что это такое было-то? Чё, они не хотят? А, все нормально. Да нормально, ведь что, продолжить, поехали. Так, у нас кампания открыта, ежедневные награды, события. Много режимов, очень круто. Так, твоя личность подтверждена. В штабе мы обнаружили патруль, и нужно его уничтожить. Давайте это скорее сделаем. Так, идет загрузка, у нас награда 178 бабулетиков. У меня уже 300 чем-то там есть. Убей один стрелок. Да как нехрен нафиг. Так, у нас есть ползунок увеличения, и нам нужно приблизить. Бау! Коснись, вращай камеру убийств. Ни хрена себе, она прямо ему в лобешник летит. Давай. Эй, что было? Матрица какая-то. Бам! Прям кишки, кровь, все наружу. Вообще круто. У меня как бы это, i7 там, крутой комп, а чё тормозит-то? Ни хрена себе, у меня планшетная игра тормозит. Ну ладно, так, ты получаешь баксы, все в порядке, я и должен получать баксы. Так, нам предлагают зайти в оружие, снайперские винтовки. Купить, конечно, снайперская винтовка, купить, используя заработанные баксы. Мы купили новую снайперку, друзья. Так, оборудование. Конечно, играть, давайте убьем. Так, один стрелок, все, так. А что, можно графу поменять? Графика с высоким разрешением. Ну, конечно, да, все, поехали. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Так, нужно увеличить. Эй-эй-эй-эй-эй. Давай-давай-давай-давай. Ну чё, лети. Сейчас бабах будет! Прям в глаз! Нет, чуть выше. Кровяка! Охренительно! Блин, мне нравится, я в восторге. Я вообще фанат Снайпер Элита был. Блин, эту игру на планшете иметь, ну просто обязательно каждому снайперу нужно. Так, улучшить. Так, хорошо. Что мы получаем? Повышаем... Ага, повышает полное увеличение. Ну, отлично, купить, конечно, пока баксы есть. Вернуться к миссиям, играть. Поехали. Запустить. Два, ни хрена себе, блин, вот это уже сложнее. Так. Воу. Чувак. Прицел, срочно. Блин, мимо. Да хорош, это ж неудобно. Ай, поверни обратно голову. Есть, прям макушку ему. Смотрим. Бабах, готов, чувак. Блин, мне понравилось, очень круто. Да, продолжить, конечно. Так, прорыв, да, чтобы войти в миссии прорыва. Зашли, так, для миссии прорыва нужен дробовик. Ага, сейчас мяско будет еще. Отлично, мясо мы любим. Очистите территорию от врагов. Поехали. Ни хрена себе. Бам. Воу. Бах в голову. Где ты? Эй, я был первец. Сасамба. Прикольно, все в замедленном действии. Двое всего было. Обалденно-то как, а? Так, что мне предлагают? Пакет. Приветственный бонус. Золотой дробовик. Ага, за 499 чего? Рублей. Пошли-ка вы в жопу. Так, главное опять, хорошо, играть, давай играть. Основная миссия, сейчас еще посмотрим, что у нас тут интересненького. Так, убить два врага, все, запустить и... Ага, патрульный, ух ты, у нас тут помощник, походу. Давай, увеличивай, ёптать. Эй, что застыл? Ага. Так, смотрим, друзья. Ай! Пометили и... Блять, как ты мог промазать, придурок? Во, а у него прицел еще шатается, представляете? Не все так просто. Ай, куда я выстрел? Чуть-чуть задел. Сердце.
Почку. Я ему почку или печень прострелил, точно. Все тоже нормально, что нет-то? На поражение, нах. Так, что у нас еще? Оснащение. Ох. Головные уборы. Ну, конечно, нам какой-нибудь кипарик, наверное, нужен, да? Используй свои медали. Штурмовой шлем. Вентилируемый шлем. Мне больше вентилируемый нравится. Он похож на этого из... Господи, как его? Звездный десант, что ли? Короче, крутая игруха была. Там прям вообще так жахали. Все, оборудование есть, задание, и нажми убрать лидеров черного затмения. Так, ну погнали, я что, я только за. Два стрелка. Ух ты, у меня тут бонусы всякие внизу есть, тепловизоры, хуизоры, ёпти. Так, нет, чувак, не надо сюда. Сейчас опять он что-то притормозил, хорош. Блять, да ты что будешь делать-то? Твою ж налево-то. Есть. Не стреляй в меня. Не стреляй, нах. Да ладно. Блять, как это неудобно. Вот это настоящие враги теперь начались, да? Воу, пошла, родимая. И... Бам. Ба-ба-ба-бам. Мы его бахнули. Мы его бахнули. Ох, два десанта реально звездных выглядят. Красавчики. Акция на золотые пакеты. Да, спасибо. Ну что ж, друзья, блин, в принципе, все очень прикольно. И графика. Ну, единственное, управление на планшете будет классно. С двух рук очень удобно. Так что всем советую. Нормально мы так залупили, всем хедшоты понавешали. Ох, очень было здорово. Обязательно подписывайтесь на канал и ставьте лайк под видео. Прям палец вверх, вам же два клика-то несложно сделать, а мне очень будет приятно. Мы еще продолжим с вами снимать мобильные игры. Всего хорошего, до встречи, пока!